Меня зовут Ровин Юрий Арсеньевич, я работаю механизатором в отделении Моисеевича. Прихожу с утра, делаю обслуживание трактора. Заведующая животноводческой фермы выдает мне рацион. По этому рациону я загружаю кормораздатчик и раздаю уже по группам. Одной группе, например, по весах надо там 1,5 тонны, другим там чуть поменьше. Ну, все у меня на листочке, все записано. 35 лет назад закончил школу и пошел учиться на механизатора. Получил среднее образование и профессию механизатора, ну, тракториста. И пошел работать в хозяйство. В этом хозяйстве я проработал 19 лет. До этого работал на Целине, там как при развале Союза стало тяжело жить, приехал сюда. Семья есть, дети взрослые, живем с супругой вдвоем. Супруга, как всегда, встречает вечером с работы, с хорошим настроением. Ну вот в кормлении я на ферме считаю самым главным. Если я вдруг не вовремя накормлю скотину нашу, то может упасть и молоко, при весу упасть, ну и все остальное. В моей профессии самая главная ответственность – все сделать вовремя и качественно. Ну, у нас в коллективе работает 20 человек, именно механизаторов. Ну, вот есть и пенсионного возраста люди, есть и молодежь. Ну, вроде бы никто не жалуется, всем нравится работа. Главное, чтобы руководство было хорошее, тогда и нам хорошо работать. Я бы посоветовал молодежи оставаться в селе и приезжать в село работать, потому что тут и свежий воздух, и работа постоянная, и зарплата, все хорошо у нас тут. Я люблю свою работу, потому что она делает утро моей страны добрым.